Приветствую, дорогие братья и сестры. Рад вас всех видеть. И так как братья не дали мне какую-то конкретную тему, сказали говорить то, что хочу, то я хочу поделиться с вами размышлениями о теме, которая меня волнует в последнее время и о которой я размышляю в последнее время. Для этого я прочитаю Евангелие от Иоанна, 4 глава, известная история про то, как Иисус Христос встретился с женщиной, которая самарянка, около колодца. Он с ней разговаривает, и в какой-то момент времени она понимает, что перед ней находится необычный человек, находится какой-то Божий человек, и в 19 стихе написано, женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк». Но вообще моя тема будет об истинном поклонении, там дальше будет о поклонении речь идти. Но вот хотелось бы вначале отметить такую мысль. Такое, она, знаете, вскользь и не касается моей основной темы. Но все равно мысль для меня очень важная. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Друзья, что мне вот интересно, что эта женщина, она была не очень, ну, как бы, благочестивым образ жизни вела, но ее интересовали духовные темы. Слышно меня, да, братья? Так, хорошо. Нет, все, спасибо, друзья. Эта женщина вела не очень благочестивый образ жизни, но ее интересовали вопросы поклонения. Как поклоняться Богу. У ней дело в том, что в то время были споры между самарянами и иудеями. Иудеи утверждали, и действительно правильно утверждали, и Христос потом подтверждает, что они были правы, что поклоняться нужно в Иерусалиме, в храме, на горе Мария. А самаряне утверждают, что поклоняться нужно на горе Горизим, в храме, который сделали их отцы после разделения царств. И, кстати, до сих пор этот храм существует, его развалины существуют до сих пор, и до сих пор небольшая группа самарян придерживается вот именно древних таких вот традиций, и, в принципе, сейчас, если кто желает, можете съездить в Израиль и вот горе Горизим как-то проехать, там не очень сложно это все, и увидеть, вот, например, это особо интересно в праздник Пасхи, как они совершают Пасху именно по древнему такому канону. Так вот, у них был спор между иудеями и самарянами, как правильно поклоняться Богу. Вы знаете, это не может не вызывать уважения, потому что, к сожалению, не часто наблюдаешь картину, когда людей интересуют вопросы духовные. Вот когда читаешь историю церкви, то иногда удивляешься, насколько обычные люди, они интересовались духовными вопросами. Рассказывают, что во время, вот когда был там третий собор Ефесский, и там как раз шел диспут между Кириллом Александрийским и Несторием, то тогда даже на рынках обычные продавцы, обычные покупатели, они спорили о том, как вот две природы Христа вместе между собой соединяются в одном теле. То есть вот это интересно, да, друзья? К сожалению, сейчас мы не наблюдаем такой картины, такой активного желания беседовать на духовные темы, а тем более на тему поклонения. И очень здорово было бы, если вот такую культуру мы вернули в наших церквах. Я еще раз скажу, что здорово, когда просто люди собираются по каким-то обычным своим делам, и вдруг у них тема именно духовная, да, какое-то размышление Писания, или где поклоняться, как правильно поклоняться. Это хорошая очень характеристика этой женщины. Итак, эта женщина, она спрашивает, как, где поклоняться на горе Горизим или поклоняться в Иерусалиме. Это попутная мысль о том, что она такая вот интересующая духовными темами. Но сама тема поклонения. И вот Иисус ей отвечает. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда ни на горе этой, ни в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, и во спасение от иудеев». То есть он говорит о том, что действительно иудеи правильно понимают, но в данный момент это уже не важно, потому что 23 стих: «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Друзья, вот у меня такой вопрос. То есть Христос, Он говорит о том, что формат поклонения очень сильно меняется. То есть раньше вы спорили, где правильно поклоняться, в храме или на горе. Конечно, было правильно в храме поклоняться, он это подтверждает. Но, в принципе, ответ на этот вопрос уже не так важен, потому что наступает некое другое время, и форма поклонения Богу будет тоже другая. И у меня вот вопрос к вам, братья и сестры. Как вы понимаете, что такое поклоняться Богу в духе и истине? У нас недавно была братская в Ейске, я этот вопрос братьям задал, и мы на протяжении, наверное, больше полутора часов рассуждали об этой теме и вывели некую формулу и некое определение
настоящего или истинного поклонения. Я эту формулу вам чуть позже предложу, но хотелось бы сначала вас спросить. Вот смотрите, здесь такая мысль, что отец ищет себе поклонников, да? Вообще, верующие в того времени, ну и сейчас, они называются разными именами. Каждое наименование характеризует отличительную особенность вот, как бы нашей части, нашей веры. Например, они называются учениками. Это подчеркивает, что мы учимся у Христа. Также потом их в Антиохии начали называть христианами. Это подчеркивает, что Христос в центре жизни. Также очень часто христиан первого времени называли верными. Это подчеркивало их отношение к истине, их желание до смерти утверждать то, во что они верили. То есть ученики, христиане, верные. Каждое вот из этих наименований, оно подчеркивало определенную особенность человек, который верует во Христа. И здесь еще одно наименование – поклонники, поклоняющиеся Богу. Ну, ученики верные и христиане более-менее нам понятно, да, ученики – это те, кто учится, христиане – те, кто ставит Христа в центр своей жизни, верные – те, кто действительно верен Богу. А вот поклонники, вот как вот вы понимаете это слово? Здесь конкретно написано, что поклонников таких ищет себе Бог. Нашел ли у нас, являемся ли мы поклонниками Бога? Есть ли у вас какое-то определение или какое-то понимание, что такое вообще поклоняться Богу? Вот вы, например, поклоняетесь Богу или нет? Если да, то как? Что это значит? Намного проще, конечно, когда поклонение, оно такое формализированное, да, например, там, 100 поклонов сделать, например, там, допустим, или вот какой-то ритуал провести. Это проще, ты это сделал, все, вот ты это сделал. А вот здесь о чем-то другом написано, о духе и истине. Как это понять? Друзья, у есть у кого-то какие-то мысли, ассоциации? Вот вообще, что такое поклонение Богу вот в нашей жизни? Как вы в жизни кланяетесь Богу? Что это вообще значит? Я не жду от вас каких-то определений, прям только четко выверенных, словарных. Но хотя бы просто какие-то размышления по этому поводу. Было бы здорово, если бы что-то сказали. Вот. Ну, если взять по-современному, поклонники, да, человека, людей. Ага. Они будут подражать им в поведении, они будут подражать в одежде. То есть это подражатель, да? Ну да. То есть одна из частей поклонения – это подражание, да? То есть, ну, можно сказать, что действительно современные поклонники, они в какой-то мере поклоняются, да? Вот сейчас, когда доступны косметические операции, наверное, все читают новости, когда кто-то пытается себя подделать под какого-то человека, меняет свою внешность, подражая какому-то кумиру своему, да? Бывают даже люди, которые тратят на это много денег, и даже умирают от того, что слишком много операций сделали. Такое, да. То есть поклонение, оно сопряжено с определенным подражанием. Хорошо, хорошо, это мысль хорошая. Есть еще какие-то вот ассоциации с понятием поклонения? Что значит поклоняться Богу? Бог ищет себе поклонников. Вот мы поклонники Бога или нет? Если да, то вот что это вообще значит? Это значит принять Бога как господина своего. Принять Бога как господина, да. Да, то есть поклонение, оно, разумеется, связано с, как бы, признанием владычества, да, вот, ну, это очевидно, да? Почитание. Почитание, да, поклонение связано с почитанием, с признанием в Бога как владыку. Очень хорошо, да, вот тоже эта формулировка у нас тоже есть, с братьями была. Вот есть еще какие-то особенности поклонения, братья и сестры? Да, пожалуйста. Ну, прославление. Я, например, если пишу песню, то я пишу, посвящаю Богу прославление. Да, то есть поклонение связано с прославлением, да, то есть очень хорошая мысль, да, поклонение связано с прославлением, действительно, то есть возданием славы Богу, как владыке, кому мы подражаем. Очень хорошо, друзья, замечательно. Есть еще какие-то у вас мысли, может, дополнить, что такое поклонение, пожалуйста? Послушание, тоже отличная мысль, она очень простая, но действительно она важная, то есть поклонение связано с послушанием. Очень хорошо, очень хорошо. Если кто-то еще что-то может добавить, друзья, поклонение. Ну, давайте я тогда прочитаю формулировку, которую мы с братьями нашими вывели. Значит, эта формулировка звучит так, что поклонение... Я прочитаю целиком формулировку, а потом я по ней буду пошагово идти, и мы с вами немножко порассуждаем, и я объясню, почему я ее избрал, эту тему для семейного общения. Казалось бы, при чем тут семья, да? Итак, поклонение – это образ жизни, утверждающий владычество Бога и ориентированный на прославление Бога, познание Его воли и послушание Его слову. Итак, поклонение – это образ жизни, утверждающий владычество Бога, ориентированный на прославление Бога, на познание Его воли и послушание Его слову.
Друзья, мне кажется, что все эти качества вы назвали, или все эти составляющие определения вы назвали, но я бы хотел предложить сейчас заглянуть в каждую часть этого определения и немножко порассуждать. И мы увидим, что у нас есть серьезные проблемы с поклонением. Но, по крайней мере, мы это увидели на том братском общении, о котором я говорю в нашей церкви. Итак, поклонение – это образ жизни. Обратите внимание, друзья, чем отличается поклонение Ветхого Завета от поклонения Нового Завета. Поклонение Ветхого Завета, оно было локализировано. То есть оно было определено географически каким-то образом, ну, знаете, вот так вот обособлено. То есть поклоняться человек мог только в храме. Он и мог иметь общение с Богом где-то, например, у себя дома, определенное общение с Богом. Но именно поклонение, именно жертвоприношение, именно прославление в той большей степени, в которой мы имеем в виду, это возможно было только в храме совершить. И вот это мышление, друзья, оно человеку очень понятно и очень просто. Намного проще понимать поклонение как локализованная часть нашей жизни, чем как образ жизни. Я думаю, что вы понимаете разницу. И для нового времени Христос говорит, вот ты спрашиваешь, что Христос говорит самарянке, ты спрашиваешь, вот на горе поклоняться или в Иерусалиме? Этот вопрос теперь уже не актуален, потому что и там уже неправильно поклоняться. Ни в Иерусалиме в храме, ни на горе Горизим, тем более уж неправильно. Теперь поклонение – это образ жизни, сопровождающий человека всегда. Человек, который строит свои отношения с Богом, он постоянно кланяется Богу. Поклонение – это процесс всей его жизни. Друзья, вот как-то у нас в Тольятти, когда я жил в Тольятти, построили дом молитвы. И этот дом молитвы требовал некой охраны. И мы с братьями распределили дежурство в этом доме молитвы. Надо было ночевать. И я там ночевал, другие братья ночевали, ну, разные братья ночевали. Вот один брат говорил, ну, его мысли, честно говоря, я думаю, всем нам немножко близки. Но вот он говорит, этот брат, что я не люблю ночевать в доме молитвы. Мы спрашиваем, почему? Он говорит, потому что нельзя в телефон, ну, фильмы смотреть. Ну, ассоциационно имеет в виду. Но святое же место, понимаете, да? Дома можно. Где-то еще можно. А в доме молитвы, ну, Бог покарает. Ты же в доме молитвы. Тут собрание проходит. А ты тут спишь. И в это время спать не хочется. Взял телефон, смартфон, да, включил какой-нибудь сериальчик и смотришь. Вот. А, ну, это такой молодой брат еще такой неутвержденный, но тем не менее. А нельзя, говорит, мне не нравится в доме молитвы ночевать. Друзья, вот о чем говорит это свидетельство? Ну, о нескольких вещах. О каком-то хорошем говорит, о том, что он, ну, имеет страх какой-то Божий, да, и так далее. Но говорит и о нечем плохом. Это говорит о том, что у него мышление такое, что вот дом молитвы – это место, где вот нельзя, а дома – это можно. То есть у него поклонение Богу, оно фрагментировано. Оно локализовано определенной частью, определенной территорией. Друзья, в богословии это называется храмовое служение Богу. Когда человек считает, что вот есть какое-то место, где он, куда он может прийти, и там совершить богопоклонение. А выходя из этого храма, он богопоклонение совершать не может. Или точнее, какие-то другие требования. Это касается абсолютно всего. Вот Самуил, отрок Самуил, вот давайте мы себе представим себе вот эту ситуацию, что мы с вами отрок Самуил. И вот мы находимся в храме. Кстати, у кого-то может возникает вопрос, почему написано, что Самуил был в храме, хотя да, храм еще не был построен. Он жил при Схине, да? Вот, а написано в храме. Почему в храме? Потому что храмом называлась вот вся Скиния, территория, которая при Скинии была, все эти комплексы, которые потом уже достаточно, ну вот, они же уже не ходили из одного места в другое, иудеи, они поставили Скинию, и там уже много что обросло вокруг Скинии всяких вещей и так далее. Вот это все называлось храмом. Потом, когда Соломон построил здание, оно уже переняло это название храм. Поэтому Самуил был при храме. Вот. И интересно, что вот он жил, друзья, вот жил в месте, где действительно Бог пребывал. Вот как это жить? А надо есть, какие-то физиологические потребности у него есть, да? Просто обычные разговоры, просто, ну, зубы почистить ему надо. А он там жил. Вот, то есть, друзья, оказывается, Самуил мог жить при Боге обычной своей жизнью. И нам бы не очень хотелось в такой атмосфере жить, потому что действительно, казалось бы, ну, ты совершил служение, хочешь уйти и там где-то расслабиться. Друзья, но вот именно Бог ищет тебе поклонников, для которых поклонение – это образ жизни, для которых каждая часть жизни, она неотрывно связана с поклонением. Вот апостол Павел в послании к Коринфянам несколько раз пишет, ну, и в послании к Коринфянам, и в других посланиях несколько раз пишет такую достаточно странную фразу. «Едим ли
пьем ли? Помните, да? Для Господа это делаем. Ну а как это вообще понять? Вот, вот вы сейчас там сидели, я там сидел, чай пил, только что сидел. А вы там кушали. Вот это что? Это акт поклонения Богу был или что? Вот. Как все объяснить? Друзья, оказывается, да. Или вот, например, еще момент такой, что вот тоже брат один рассказывал, приехал на рынок покупать себе автомобиль. Ну, я этот пример часто рассказываю, может, услышали уже. Приехал на рынок покупать автомобиль. И вот когда он покупал, ну, ходил, вдруг встретил брата. Ну, не знал, что это брат, просто узнал по каким-то там маркерам таким, да, что это верующий, узнал его. Разговорились, точно верующий. Определились, что верующий. Он говорит, а я машину хочу купить. Я говорю, я вот продаю. Он купил машину, поехал домой, а машину у него двигатель заклинил. Он звонит брату и говорит, слушай, а вот у меня двигатель заклинил. Он говорит, да я знаю, у меня там двигатель плохой был. А он говорит, а что ж ты не сказал-то? Мы ж братья. Он говорит, братья, мы в церкви. На рынке я продавец, ты покупатель. Вот. Поэтому, вот понимаете, какая ситуация? Вот это правильный подход или нет? То есть, вот мы внутри себя разделяем. Вот мы когда на рынке продаем, мы не братья, мы вот, мы это... Конкуренты. Просто конкуренты, да. Например, рабочие. Рабочая атмосфера. Вот, например, тоже помню, еще в Тольятти жил, там одна бригада. Сейчас это как-то модно стало. Не то, что модно, а популярно стало. А в то время, когда вот я уверовал, там не так было, по крайней мере, в той части, где я жил, в той части братства. Это редкое явление было, когда братья организовывались какие-то бригады, работали вместе. Обычно люди работали на заводе, там на фабрике. У нас в Волжске автомобильный завод большой, там люди работали. А так, чтобы как бы, ну, как бы вот сами по себе, это не так часто было, еще и вместе бригаду. И вот одна братья решили одну бригаду организовать. И вот пресвитер говорит, лучше этого не делайте. Почему? Вы не сможете вместе. Вы поссоритесь между собой. И тогда, а я тогда был новообращенным христианином, этот разговор услышал. И меня тогда это соблазнило. Почему? Я подумал, но это же верующие. Если верующие работать вместе не могут, ну как вообще, о чем тогда вообще речь идти, да? Вот? Если вместе мы можем только на собрании быть, а вместе работать не можем, тогда вообще о чем идет речь? Тогда как мы можем ну, существовать вместе? Потом, когда мы переехали в Ейск, и купили один дом на двоих. Одна семья на втором этаже жили, а другая на первом. И нам тоже говорили, вы не сможете вместе жить, вы поссоритесь. И тогда та же самая мысль. Друзья, почему мы поссоримся? В чем причина? А, друзья, мне кажется, что это вообще одна и та же тема. То есть, если мы живем храмовым мышлением, то есть поклонение Богу. И тут вечером собрали детей Библию почитать, это поклонение Богу. До собрания пришли, это поклонение Богу. Даже сейчас это поклонение Богу. Но как только вышли, как только закончилось, когда наступила обычная жизнь, действует ли... Поклоняемся ли мы Богу в повседневной жизни? Есть ли так поклонение или нет? Итак, друзья, я хотел бы эту мысль отметить. Мы потом к ней еще вернемся. Потом мы вот вообще вернемся ко всему этому определению и будем ее рассуждать. Итак, это образ жизни. Это очень важно понимать, что это образ жизни. И поэтому новозаветнее поклонение значительно сложнее ветхозаветнего. Значительно сложнее. Ветхозаветнее, оно требовало усилий в моменте. То есть я должен был как бы, в какой-то определенный момент напрячь свои силы, пойти от своего места жительства в Иерусалим, это потратить время, это пожертвовать, может быть, какой-то скотинкой, взять ее и принести в жертву или деньгами. Это усилия в моменте, но потом этого не требовалось. Христианское поклонение или поклонник, который ищет себе Бог, это поклонение постоянное. Это поклонение постоянно. Когда жена просыпается утром, идет на кухню, это акт поклонения Богу. Когда муж общается с женой, это акт поклонения Богу. Когда мы разговариваем с детьми, когда мы общаемся с соседями, когда мы выбираем одежду, когда мы выбираем отдых, когда мы у нас ссора какая-то или там какая-то натянутое отношение на работе, когда мы просто работаем, это все акт поклонения Богу. Это образ жизни. Поклонение Богу – это образ жизни. Я почему так об этом много говорю, потому что думаю, что все уже поняли, вот мысль мою. Но все равно, друзья, вот постарайтесь вот переменить свое мышление. И когда вы вот поймете, что бы вы ни делали, это должно быть поклонением Богу, то наша жизнь, она очень сильно поменяется. Друзья, вторая мысль, или вторая часть этого определения, это образ жизни, утверждающий Божье владычество. И вот здесь, конечно, это... Казалось бы, на поверхности мысль, казалось бы, она очень такая простая, такая, ну, не нужно о ней говорить, мы же христиане. Но по факту, друзья, она очень революционная, эта мысль. Вот когда мы с братьями говорили, то мы говорили о финансах. Ну, потом, следующая часть нашего братства была финансы. Вот финансы. То есть, смотрите, то есть, поклонение Богу – это образ жизни, утверждающий владычество Божие. То есть, я утверждаю, что Бог мой владыка. Но что это означает? Это означает, что Он является владыкой во всех спектрах моей жизни. Например, в вопросе финансов. Мои финансы, то, что лежит у меня в кармане, это
Божья принадлежность. Бог этим может распоряжаться. Я должен знать, как Бог желает, чтобы я этим распоряжался. Или, например, когда я там строю отношения с супругой своей, например, кто-то, да, с детьми, когда я строю отношения с соседями, я признаю факт, что вот эта часть моей жизни, она тоже под владычеством Бога. Я не сам себе принадлежу, я принадлежу Богу, который может регулировать эту часть жизни. Я очень люблю один пример, я его тоже часто рассказываю. Этот пример касается одного очень светского такого человека, который в советское время был известен по такой музыкальной группе, называлась группа «Звуки Му». Вот, и Петр Мамонов. Это человек, который, ну, на сцене творил какое-то страшное что-то. То есть, ну, я никогда не был близок к музыке, такой недалекий от музыки человек. И, но все равно я видел, когда еще в детстве был, видел вот и выступление этой группы. Это что-то, знаете, бесноватость какая-то, какая-то странная альтернативный рок какой-то. Я вообще не понимал, как это можно слушать и кто это может слушать. Но у него были какие-то свои собственные там поклонники и так далее. И вдруг этот человек, ну он очень талантливый человек, он актер талантливый в кино и в театре, и музыкант, видимо, талантливый, но странный такой талант у него. Вот, и через какое-то время он пропал. Этот человек вообще как бы исчез с экранов, исчез со всех журналистских там каких-то публикаций. И несколько лет, там лет 15, наверное, вообще его не видно, не слышно было. Оказалось, этот человек уехал в какую-то деревню и там уверовал. Стал православным христианином, причем достаточно искренним, ходил в храм и так далее, и так далее. И вот через какое-то время своего такого подвижничества он вернулся на сцену, стал играть в фильмах, стал играть в театр. Так вот, один из журналистов его спрашивает. Скажите, вот вы православный христианин? Говорит, да, я православный христианин. И он действительно верующий. Друзья, вот знаете, вот смотришь на него, и ты понимаешь, что человек верующий. Он много цитирует Библию, у него поменялся внешний вид, у него поменялся взгляд, у него много что поменялось. Он по-другому совершенно смотрит вообще на эту жизнь. И вдруг журналист ему задает такой вопрос. Вот вы человек верующий, но вы продолжаете играть в кино. Как это совместить? Журналист его спрашивает. А он отвечает. Вы знаете, я этот вопрос Богу задавать боюсь. Я уже как-то рассказывал, что в Одессе мне однажды принесли там сначала воду принесли, потом еще раз воду, потом платочек, чтобы вытереть, а потом принесли чай, так знаете, вот несет. Так большое молодежное общение, хоть и несут чайми с этим, со с лимоном, там с ложкой торчит. Вот. Я им сказал, что принесите жареную картошку, я вообще не уйду. Так, о чем это я? Так вот, Петр Мамонов. И вот он говорит, что я боюсь Бога это спрашивать. Я боюсь, вдруг он... Я боюсь Божьего ответа. То есть это настолько нравится ему этот образ жизни, вот настолько эта часть жизни нравится, что он Богу-то опустить не хочет. Ну, друзья, мне очень нравится его искренность. Я думаю, что каждый, вряд ли, ну, как бы у каждого из нас есть какая-то область жизни, куда мы не хотим Бога пускать. Но вряд ли мы об этом признаемся. Он признался, причем на всю страну. Друзья, но тем не менее, смотрите, поклонение – это образ жизни, признающий или утверждающий его владычество. Владычество в каждой сфере нашей жизни. То есть в вопросах внешнего вида, того же самого, о котором миллион раз уже говорят, в вопросе финансов, в вопросе воспитания детей, в вопросе отношения с друг другом, в вопросах отношений к церкви, в вопросах отношения там, к работе, да, в любых абсолютно сферах, друзья, в любых сферах мы как бы утверждаем Божье владычество. Мы как бы говорим Богу, что ты владыка этой сферы. Друзья, это тоже простая мысль, она заезженная мысль. Эта мысль очень часто нами говорится, но по факту это редко происходит в нашей жизни. Я сейчас докажу, что это происходит в нашей жизни. Вот, кстати, такой, когда готовился, вспомнил такой пример. В советское время был такой период, ну, когда... Ну и сейчас не сильно хорошо относятся, но тогда вообще это было сильно плохо, когда братья шли в армию, их принуждали принять присягу, и очень сильное давление оказывали на тех людей, которые не принимали присягу. И вот мне понравился пример про одного брата, я, к сожалению, не помню сейчас его фамилию, по-моему, даже какой-то из известных братьев, не помню точно, но не буду обманывать. Про него рассказали такой пример, когда он пришел в армию, забрали, вот тогда альтернативной службы не было, и, значит, его начинают принуждать к присяге. Принуждают, и как-то так далее, и так давят на него. И вот однажды, когда его вызвали к какому-то человеку высокопоставленному, он говорит, этот брат, вот мне понравился ответ, он не стал говорить, вот я там верен Богу, и все, он говорит такую фразу, мне понравилось. Потом я похожий пример еще один приведу. Он говорит, знаете как, я понимаю, что я вас подвожу. Я понимаю, что я, ну, как бы человек, который... мешают, да, вот все приняли присягу, я не принимаю, я не знаю, что со мной делать. Более того, мне ужасно страшно, я не знаю, что со мной будет, и я ужасно боюсь, что со мной будет. И если бы моя воля, я бы давно эту присягу принял, но я не могу,
потому что я Богу служу, а Бог, как владыка, говорить нельзя. Ну не могу, я, понимаете, ну хоть что вы делаете, мне самому страшно, но я не могу. И вот когда этот начальник увидел его в таком состоянии, он говорит, ты знаешь, ну все, и он как бы от него отстал. То есть они его просто освободили, то есть они поняли, что это не его прихоть какая-то, что это не его просто, знаете, уперство какое-то. Он просто Богу служит, а Бог владыка в этом вопросе. Или, помню, еще такой случай, но я рассказывал один брат тоже. В церкви пришла, ну, была одна сестра, и она к пресвитеру приходит и что-то просит у этого пресвитера, чтобы он разрешил какую-то вещь в церкви. А он смотрит на нее и говорит, мне так тебя жалко, была бы моя воля, я бы разрешил. Но церковь не моя. Ну это же не моя церковь, это же Божья церковь, а Бог не разрешает это. Ну в Библии конкретно написано, нельзя. Поэтому мне тебя жалко, по-человечески жалко, но нельзя. Не потому что я такой вредный, потому что Бог не хочет этого. Вы знаете, и вот настолько это правильная позиция, когда мы, ну, может быть, и не понимаем даже в чем-то, может быть, эмоционально как-то по-другому испытываем чувства, но мы говорим, Бог, Господи, это вот твоя вотчина, это твоя часть жизни. Мы хотим, чтобы вот во всех вопросах твоя воля, твое владычество утверждалось. Друзья, и это, я еще раз скажу, очень простая мысль, но она революционная мысль. К сожалению, по факту, я сейчас еще это покажу, я сейчас этот момент покажу и попытаюсь это доказать. По факту, друзья, у нас с вами огромное количество отраслей или сфер жизни, в которых мы не утверждаем Божье владычество. Вот Петр Мамонов, он сказал, что у него только одна часть, да, вот он кино и театр. У нас таких частей очень много. Почему? Я сейчас покажу, друзья. Итак, поклонение Богу – это образ жизни, утверждающий владычество Бога, и утверждающий владычество Бога. Дальше, ориентированы на его прославление, об этом чуть позже. Дальше, на познание его воли. Вот и здесь я хотел бы отметить, на познание его воли. И вот тут я как раз покажу к тому важному моменту, чтобы показать, насколько у нас все плохо в этом вопросе. У нас вот братское общение идет с братьями в Сиейске, и как раз мы говорим о финансах. Я говорю, братья, может ли кто-то из вас сказать, какова воля Божия в вопросе финансов? Ну, и братья стали говорить. Один говорит, ну, написано, что было еще уделять нуждающимся. Ну, молодец, вспомнил текст, хорошо. А еще? И вот еще какие-то тексты вспомнили. Друзья, ну, знаете, какая проблема? Проблема в том, что никто не смог встать и сказать, Денис, я этот вопрос, конечно, знаю. Почему ты спрашиваешь? Конечно, я знаю. И он бы, хоп, и рассказал мне полностью всю, прям всю волю Божию по поводу финансов. Как мы должны относиться к финансам? Какое у нас отношение должно быть к работе? Какое у нас должно быть отношение к налогам, к зарплате? Если у нас есть подчиненные, друзья, вдруг обнаружилось, что у нас в этом вопросе у братьев очень лоскутное мировоззрение. Какие-то всплески мыслей, вот оттуда, 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 но нет цельной картины, что же хочет Бог по этому поводу. Что же действительно Бог желает, чтобы мы ему поклонялись в вопросе финансов. То есть, друзья, вот финансы, это, то есть в вопросе финансов это та сфера, в которой мы можем Богу поклоняться. Вот мы реально можем поклоняться Богу в вопросе финансов. Что нам нужно сделать, чтобы в вопросе финансов поклоняться? Еще раз, друзья, это очень важная мысль для самого себя мне, поэтому я повторяю несколько раз. Итак, вот сфера финансов, нашей работы, наших отношений финансов друг с другом, наших долгов, нашим помощи близким, вообще налогов, отношений финансов с государством. Это все сфера нашей жизни. Вопрос, можем ли мы поклоняться Богу в этой сфере или нет? Можем. А можем не поклоняться, так же, да? Друзья, как раз если мы не поклоняемся Богу в этой сфере, не поклоняемся, значит у нас такое мировоззрение, как у того человека, который привел пример, который боялся в доме молитвы спать, потому не хотел спать, потому что нельзя фильмы смотреть. Но у нас тоже такое храмовое богослужение. Вот мы пришли в Дом Божий, а вот в вопросе финансов мы не поклоняемся. А что же нам нужно сделать, чтобы поклоняться вопросу финансов? Чтобы наше отношение к финансам было актом Божьего поклонения. Поклонение Богу. Что для этого нужно сделать? Первое. Нам нужно признать владычество Бога в этой сфере. Еще раз. То есть поклонение Богу – это образ жизни, ориентированный на признание владычества. Мы говорим, Господи, мои финансы – это твои финансы. Мы отдаем себя, мои деньги, которые я зарабатываю потом и кровью, я работаю с утра до вечера, я пашу, но я понимаю, что это твои финансы. И я хочу тебе поклоняться в вопросе финансов. Это уже будет большой прогресс, друзья. Уже большой прогресс. К сожалению, ну я об этом так сужу и много всяких статей, поэтому книжек всяких читал. К сожалению, у христианина, у него в вопросах финансов, одежды, отношений, в вопросах домов, в вопросах, любых вопросах, у него такой вопрос. Мне нравится, я буду делать. Я так понимаю, я так буду делать. Очень мало людей в христианстве, которые говорят, Господи, я хочу разобраться, что ты хочешь в этом вопросе.
То есть, я думаю, что вы со мной согласитесь, что в вопросах финансов мы очень мало кланяемся Богу. Ну, точнее, мало кланяться Богу вообще невозможно, либо кланяешься, либо не кланяешься, да? Ну вот, существует и поклонение Богу. Вот задайте сами себе вопрос, у вас в семье существует поклонение Богу в вопросе финансов или нет? И первый шаг для того, чтобы ответить на вопрос, признаете ли вы, что финанс, материальная часть вашей жизни, это принадлежность Бога, владычество Бога? Утверждаете ли вы владычество Бога в вопросе? Это то же самое, как притча, когда Христос рассказал притчу о неверном правителе. Друзья, мы все управители. Мы не хозяева, мы управители. Мы только распоряжаемся тем, что у нас есть. И распоряжаемся мы должны, угождая тому хозяину, который нам дал имение. К сожалению, образ жизни, который этот мир предлагает, он очень сильно влияет на церковь. И вот это мировоззрение входит и в нас. Мы считаем, что это наши финансы, наше имущество, наши дома, наши машины, наше материальное благополучие, а не Божие. Итак, владычество Божие. Дальше познание его воли. Я спрашиваю братьев церкви, возвращаясь к этой вопросу. Кто знает волю Божию в вопросах финансов? Оказывается, никто не знает. Вообще никто не знает. Вот так встать и сказать, я этот вопрос изучил. Кто-то сказал, а мне один брат говорит, Денис, дай нам время, мы изучим. И у нас сейчас домашнее задание, до следующего братства изучить этот вопрос. Что значит поклоняться Богу в вопросе финансов? Но у меня возникает вопрос. Я спрашиваю брата, ты сколько лет верующий? 30 лет верующий. Ты 20 лет верующий. Там кто-то 10 лет верующий. Мы главы семейств. У нас большие семьи. Мы не просто главы семейств, мы еще и проповедники в церкви, служители церквей. Ну как так получилось, что 20 лет ты верующий, и ты не знаешь, как склоняться Богу в вопросах финансов? Как так получилось? Как так получилось, что ты не знаешь воли Божией? Вот мы с вами живем в государстве, называется Россия, и мы знаем с вами законы. Мы с вами знаем законы. Вот какое-то время назад наше государство позволило ввозить из Армении машины. Позволило вводить, да? Ну там, без растаможки. Друзья, как люди об этом узнают? Вот понимаете, там какая-то дырка в законе образовалась, вот в законе образовалась дырка. Никто же не сообщает, мне никто не позвонит. Денис, это звоните Владимир Владимирович Путин, и я хочу тебе сообщить, что теперь можно без пошлины водить машину. Никто мне не сообщил. Как братья об этом узнали? И пошел поток машин в Россию, да? Огромный поток машин на армянские номера. Я спрашиваю, братья, вам не страшно? Нет, мы все выяснили, все узнали, все разобрались. Оказывается, вот такая ситуация. Потом разрешили переводить на русские номера. Я еду в аэропорт Минвода Сейска. Звонит мне один брат, говорит, Денис, я слышал, что ты едешь в аэропорт, ну да, слушай, пожалуйста, остановись, я подъеду, я тебе дам номера армянские, ты отдашь их там одному человеку, дам документы переоформить, я на русский поставлю. Друзья, я удивляюсь, насколько люди вот разбираются в законах, насколько вот, ну я ничего плохого здесь не имею в виду, это хорошо, слава богу, что люди покупали себе машины, слава богу, я не хочу здесь плохого ничего сказать, я хочу показать, насколько братья разобрались в законах, насколько они вникли, насколько они детально разобрались, насколько они все сделали, все так, знаете, какие-то нюансы, нашли людей, нашли документы, все сделали. И почему? Потому что экономия, очень большая экономия вот на этой растаможке. Друзья, то есть, когда человек хочет, он разберется. И любой человек разберет, когда он хочет. А вот сейчас возникает вопрос, а почему мы не знаем воли Божьей в вопросах финансов, ну, в вопросах, вот, как Бог хочет? Вот я спрашиваю, братья и сестры, вот в каких случаях можно давать деньги нищим, а в каких нельзя деньги нищим давать? Я не думаю, что кто-то скажет, я знаю, я этот вопрос изучал, я этот вопрос исследовал, я же хочу Богу поклоняться, я хочу быть поклонником, истинным поклонником в вопросе финансов. Я этот вопрос изучал, да, я потратил это много времени, я знаю, я расскажу. Друзья, нет. А как мы тогда живем в этом вопросе? Как мы в этом вопросе живем? Вот мы идем по улице, нас нищие просят. Как мы поступаем? Мы поступаем как хотим. Хотим – дадим. А хотим – дадим. Бог-то здесь вообще при чем? Божью волю-то мы просто не знаем, чтобы давать или не давать. Хорошо, в вопросах налогов. Вот тоже у нас было одно братское общение. И вот вопрос налогов зашел. И вот надо платить налоги или нет? Высказывались, ну, десятки мнений. И если я бы сейчас спросил братья высказать свое мнение, то уже бы десятки мнений высказывали. Друзья, у всех этих мнений была одна и та же проблема. Знаете, какая проблема была? Это было мнение человека. Я считаю, что нельзя. Не надо все налоги платить. Почему? Потому что если все налоги платить, себе ничего не останется. Ну хорошо, хорошее мнение. Действительно так и есть. А я считаю, что надо платить налоги, но не... Ну, и, короче, это столько мнений всяких. Порассуждали, посидели. Я говорю, братья, а чем вот ваши рассуждения отличаются от рассуждений у тех мужиков, которые сидят на заваленке и пиво пьют? Так, есть же рассуждения. У них свое мнение, у вас свое мнение. Друзья, проблема в том, что это просто ваше личное мнение. Оно ни на чем не основано. Оно основано на каком-то опыте жизни. У каждого опыт жизни разный. Почему никто не сказал? Я этот вопрос изучал. Библия утверждает вот так. Бог желает вот такого отношения.
Вы понимаете логику, друзья? Друзья, это не только финансовый вопрос касается. Я вдруг обнаружил у себя такую нищету, нищету наших братьев и многих других, в том, что практически, ну, наверное, не практически, во всех вопросах нет этого момента. Во всех вопросах. То есть, может ли кто-то сказать, извините, что я бы стоял 6 часов ехал, устал такой сейчас, сижусь на всех. Вот, но я на самом деле не сижусь, у меня такой голос такой. Вот, вот можно что-то сказать, Денис, я вот этот один вопрос я изучил. Действительно, вот я изучил этот вопрос, и я вот, ну, в любом вопросе, там, финансах, я не знаю, восстановление детей, отношения к церкви, отношения с соседями, отношения между семьями, тут те же налоги, форма одежды, любой вопрос, вот абсолютно любой вопрос, скажите, вот в каких вопросах вы точно знаете, как Бог хочет, чтобы ему поклонялись? Друзья, и происходит просто феноменальная ситуация, что мы верующие десятилетиями, а мы понятия не имеем, как поклоняться Богу. Понятия не имеем. Друзья, вот Бог когда говорит, хочешь принести мне жертву, в Ветхом Завете, помните, да? Хочешь принести мне жертву, то не приноси такую-то, такую-то жертву. Приноси вот такую, такую, такую. Он конкретно перечисляет, да? То есть вообще жертвы в Ветхом Завете, они делились на несколько такой категорий. Ну, если так очень грубо, то две категории. Первая категория – это жертвы там, за грех, жертвы повинности. И вторая категория – это жертвы как бы благодарности, жертвы определенные, когда мы Богу за что-то благодарим. Вот в Ветхом Завете будет две жертвы. И у Бога и к тому, и к другой жертве были определенные требования. То есть он говорит, вот если ты хочешь жертву повинности принести, то вот такая-то должна быть жертва. Если семья там бедная, вот это, если богатая, то вот это, не приноси вот такой жертвы. Но это все понятно. Когда вот, например, я перед кем-то виноват, я иду к нему и хочу, чтобы он мне сказал, как я могу исправить эту вину, и я соглашаюсь на все, что он говорит. Но когда я ни в чем не виноват, следующая жертва – это жертва благодарности. То есть это просто я благодарю Бога, и я ему несу, что вот мне нравится, это благодарность, я не обязан это делать. Но у Бога и к этому есть требования. Он говорит, если ты хочешь принести мне жертву благодарности, принеси вот такую. И более того, он предупреждает, чтобы человек не приносил жертву, которая ему не угодна. И это, друзья, нам очень сильно как бы направляет нас на то, что мы должны узнать, что же хочет Бог. Нам кажется, что, Господи, ты должен радоваться тому, что мы тебе даем, да, вот. Это же жертва благодарности, ну, радуйся тому, что есть. Вот у меня вчера был день рождения, кстати. Вот. И мне дарили подарки. Дети, кто-то, маленькие дети рисовали рисунки, постарше дети там. Кто-то спрашивал, вот, Настя с Радиком, они меня спросили, что тебе подарить на день рождения. Вот, я им сказал, что подарить. То есть, и в принципе, друзья, ну, я рад любому подарку. То есть, я, это день рождения, же подарок, да, вот, человек, ну, подарок, вот, подарили подарок. Слава Богу, хорошо, я очень рад. Было бы очень странно, я бы сказал, что ты за подарок подарил? Мне не нравится такой подарок, унеси, да, такой подарок. Вот, друзья, но тем не менее, вот у Бога такое понятие. Он показывает, почему Бог так требовательно относится. Не потому, что он привередливый, не потому, что он такой вредный и говорит, а мне не хочется это. Потому, что он показывает, что он святой, и у него есть своя воля. А человек, чтобы угодить Богу, он должен сначала Бога познать волю его, а потом уже Богу служить. Друзья, и вот теперь, когда мы переносим, если это было так при храмовом служении, то есть когда человек шел в храм и приносил жертву, он должен был разобраться, он должен был вникнуть. Вот представьте, приносит какого-нибудь иудея, который там жил, я не знаю, где-нибудь, приносит в храм какую-нибудь овечку, у которой там одна нога длиннее другой. Ну, посмотрел, что это самая такая ненужная овечка, принес. Бог его за это даже наказать может. А он говорит, я не знал, мне никто не сказал, я не книжный человек, у меня нет образования, семинарий ваших не кончал, ну, я просто обычный работяга, ну, я просто от искреннего сердца принес и все. Бог скажет, нельзя. Друзья, а мы так говорим, ну, мы люди не книжные, мы люди такие, мы вот да, Библию читаем, но на самом деле живем просто искренне живем, как на сердце у нас лежит. Друзья, так нельзя с Богом относиться. Бог желает, чтобы ты разобрался в том, что Он хочет. Как Он хочет, чтобы ты Ему поклонялся. Друзья, вот я уже, надеюсь, показал вам несколько примеров. Вот вопрос воспитания детей, но семейная тема, воспитание детей. Вот воспитание детей – это тоже определенная сфера нашей жизни. Вот сфера нашей жизни. Это сфера нашей жизни. Если это сфера нашей жизни, значит, эта сфера должна входить в акт поклонения Богу. Для того, чтобы эта сфера жизни входила в акт поклонения Богу, мы должны признать, что вот эта сфера жизни, она тоже подпадает под владычество Божие. Очень хорошо. Значит, наши дети, воспитание наших детей, отношения с нашими детьми – это тоже часть жизни, которую мы отдаем под владычество Богу. Бог – владыка, и это часть жизни тоже. Отлично. Следующее – это часть жизни, в которой мы должны разобраться –
и понять, как же Бог хочет, чтобы мы это делали. И опять та же самая проблема. Друзья, у нас нет общего понимания, у нас нет понимания, мы не разобрались, мы не вникли в Священное Писание, мы не поняли, как же Бог хочет, чтобы мы относились к нашим детям. И оттуда у нас много вопросов, у нас много переживаний, и получается, целая сфера жизни проходит, и мы в этой сфере жизни не поклоняемся Богу. Молитвенная жизнь, отношение к Священному Писанию, отношение к церкви. Друзья, отношение к церкви, я сейчас прыгаю по темам, но думаю, что вы понимаете, что просто их очень много, этих тем. Вот отношение к церкви. Какое у нас должно быть отношение к поместной церкви? Какая часть нашей жизни должна быть посвящена поместной церкви? Что нам делать по отношению к служителям поместной церкви? Друзья, опять-таки, здесь просто ворох разномыслия. Все считают свое мнение правильным. Есть такая пословица в русском языке. Мне мама, когда я был маленький, всегда эту пословицу приводила пример. Она мне очень нравится. Каждый суслик агроном, да? То есть каждый человек, который живет в земле, каждый суслик, ну, не человек, конечно, суслик, он считает, что он себя правильно. Надо разобраться. И вот здесь тоже очень важная ситуация, друзья. У нас сейчас возникает серьезная проблема с молодежью. Ну, не у нас в церкви, у нас тоже везде. Везде. Почему? Потому что молодежь, она живет своими пониманиями, да? То есть, а мы считаем вот так, а мы считаем вот так. Вот как одна сестра недавно молодая, там ее спросили потом про, ну, форму одежды, про там брюки, она говорит, я когда была маленькая, считала вот так, теперь я выросла, я считаю, что это не так. Я просто слушаюсь церкви, но в принципе я считаю вот так и так. Друзья, я сейчас не хочу говорить о форме одежды, я говорю о самом принципе. И мы на молодежь негодуем, мы говорим, ну а почему ты так считаешь? Ты должна слушаться церковь, например, и так далее, и так далее. Друзья, но фактически молодежь повторяет наш нарратив, нашу позицию, нашу идею. Она говорит, ну вы так считаете, это ваше мнение, а это наше мнение. Мы, конечно, из вежливости не будем с вами спорить, и чтобы вас не раздражать, тогда, когда вы нас видите, мы будем делать, как вы хотите, ну чтобы просто не ссориться. Но по факту, чем ваше мнение отличается от нашего мнения? Чем отличается? Это просто наше мнение. Мы говорим, а в нашей молодости так не было, в нашей молодости так не было. Или у нас вот так, когда мы ходили в церковь, по-другому поступали. Ну да, вы по-другому поступали, а мы по-другому поступаем. Друзья, и по факту получается, что когда идет спор поколений, то это спор просто двух человеческих мнений. Одно мнение такое, а другое такое мнение. Вот и все. Друзья, если бы нашелся человек, который вдруг изучил какой-то вопрос, основываясь на Священном Писании, вник в него, глубоко вник, разобрался бы и сказал, это не мое мнение, вот так говорит Библия. Вот оно учение Священного Писания, вот так хочет Бог, чтобы вы ему поклонялись. И он сказал, да, тогда этого, ну, тогда вот этого учения можно не слушаться, но это уже будет тогда не послушание самому Богу. Друзья, одна из проблем воспитания старших детей заключается в том, что нам нечего им сказать. Мы им говорим просто свое собственное мнение. А интересно наше собственное мнение или не интересно? Но это уже зависит от многих вещей. Но на самом деле, конечно, хорошо, если бы мы знали, как поклоняться Богу, и это знание мы утверждали бы дальше. Дальше, друзья, последний, ну, еще два момента. Итак, образ жизни, это образ жизни, истинное поклонение, это образ жизни, который утверждает Божье владычество, который ориентирован на познание Его воли, на послушание Его слова. Друзья, вот эта тема, о которой я следующее буду говорить, она для меня тоже очень важная. Это я себя в этом сильно вижу, и о ней иногда говорю на молодежных общениях. Друзья, что мы с вами за люди? Вот каждый человек себя ощущает человеком исключением. То есть даже когда мы понимаем какую-то истину, вот мы понимаем, что вот так правильно поступать, то тогда все равно мы считаем, что именно мы, вот именно лично я, в данный момент времени не подпадаю под это правило, потому что у меня исключительная ситуация. Вот. Ну, например, как-то я уже рассказал этот пример, у нас в церкви, когда мы переехали в Ейск, ну, через какое-то время у нас очень шумно на собрании. Просто такой шум стоит, как, знаете, как на базаре каком-то. Просто такой... Просто такой, знаете, вот разговаривают, там что-то обсуждают, там проповеднику иногда приходится там даже кричать было. Вот. Ну, конечно, это дело меня очень сильно, ну, как бы я не доволен был этим делом. Мы вот собрали членское собрание, и на одном членском собрании говорю, братья и сестры, можно ли у вас получить мне право, я тогда еще не был рукоположным, просто был ответственен за церковь, можно ли я у вас получу право, дадите ли мне вы мне право, чтобы я делал вам замечания во время собрания, потому что очень шумно. Друзья, как вы думаете, хоть один против был человек? Все были за. А почему все были за, как вы думаете? Потому что все считали, что шумит другой человек. Да? Это не я шумит, он же шумит. И тут, значит, у нас идет собрание. Очередное собрание в воскресенье. И две бабушки. Мы с тобой там. Я на них посмотрел так строго. Все. Потом через какое-то время опять.
Я опять им. Потом я сел, говорю, так, называй по имени отчеству, говорит, я сейчас вас рассажу. Не прекрати, рассажу по разным углам. А им там 70 лет бабушка. Друзья, а когда мы говорим, когда мы на собрании рассуждали о шуме на собрании, они все говорят, да дети шумят, подростки шумят. Друзья, нет, не подростки шумят, взрослые шумят. И я им говорю, вот я подхожу к одной сестре, вот у нас недавно совсем случай был, вот услышал такой случай. У нас приехала одна сестра, она не член нашей церкви, вот, но я ее, она периодически приезжает в нашу церковь, и я ее знаю, потому что летом она бывает в нашей церкви. Вот, и она очень хорошо поет. И она написала записку, что хочу поучаствовать в пении на нашем собрании. Вот. И, значит, ведущий собрания, брат Костя, он объявляет, что сейчас у нас получаются подростки, потом будет стихотворение там сестры Людмилы, а потом пение вот такой-то сестры. И называют ее сестры. Или эту сестру называют. И вот выходят подростки петь. Я смотрю на эту сестру, которую назвали, она встала и пошла искать по собранию нашего аккомпаниатора. Ну, сестру, которая у нас играет на фортепиано. Она нашла ее, начала во время пения подростков с ней разговаривать, обсуждать, сможет она ей подыграть. Я смотрю на эту картину. Потом, значит, вышла эта сестра Людмила, рассказывает стихотворение. Все да обсуждались, сели и уже вместе там что-то решают какие-то вопросы. И потом она вышла петь. Ну, разумеется, у меня же характер такой, я после собрания к ней подошел. Я говорю, вот что это было вообще? Как это назвать? Она говорит, ну я же готовилась к пению. То есть получается, что вот ее пение мы должны слушать, а она не должна слушать пение, да ведь? То есть вот то, что другие участвуют, это не важно. Вот она же участвует, вот это же важно, да? Это же важно. Надо же обязательно поговорить с человеком, договориться, надо отвлечь других людей, надо все. Потому что, вот, друзья, а как вы думаете, если ее спросить, сестра, как вы считаете, на собрании должно быть благоговение? А вот она что ответит? Конечно, должно быть благоговение. А почему вы не благоговение себя ведете? Так я же участвовать буду. А как твое участие, ваше участие нарушает благоговение? Ну как оно дает вам право не благоговение себя вести на собрании? Как это дает право? Никак не дает. А так почему же вы во время участия разговариваете с другим человеком? Так я же участвую. Она меня не понимает, друзья. И это проблема. Это проблема. Вот сейчас каждый из вас спросит, братья и сестры, вот когда проповедь идет, надо внимательно слушать проповедь или нет? Конечно. Я не думаю, что кто-то скажет, что Денис, я не согласен. Надо невнимательно слушать проповедь. Вообще надо не слушать проповедь. Надо во время проповеди разговаривать с соседом. Никто так из вас не скажет. Но когда я во время проповеди, у меня в голову приходит мысль, то, конечно, я хочу обсудить с соседом. И я это делаю. Почему? Друзья, почему в нашей жизни так происходит, когда мы сами понимаем какое-то правило, вот мы сами его понимаем, и сами же его нарушаем? Почему? Потому что у нас вот эта гордая природа. Мы считаемся людьми исключениями. Мы считаем, что да, это правило существует, Бог действительно так хочет, Бог действительно так думает, но мы, вот именно у нас, именно в данную секунду времени, именно вот сейчас у нас другие обстоятельства, у нас другое, к нам другое отношение, у нас есть оправдывающие нас какие-то есть условия нас оправдывающие, и мы поступаем по-другому. И так думает каждый, абсолютно каждый человек так думает. Друзья, в этом проблема. Я тоже уже этот пример рассказывал, как-то помню, братья с Москвы приехали к нам в Ейск. И как раз был в Курганинске общение молодежное. И они говорят, давайте мы вас подвезем. Ну, хорошая машина такая, что я не за рулем, ехать там почти 4 часа, ну, конечно. И вот мы с ними едем, я сижу сзади, прекрасная машина, хорошая, такая удобная, все там, все, едем. Вот, и они два брата такие, знаете, ну, как бы приближенных к церкви. Ну, по-моему, один член церкви, второй нет, не помню. Но в любом случае такие приближенные к церкви, даже если он член церкви, все равно приближенный. Вот. И они всю дорогу едут и размышляют о том, как в России все плохо. Как, значит, у нас, как называют, когда деньги берут взятку, как называют? Коррупция, как у нас никто не выполняет правила, как было бы хорошо, если бы у нас бизнес можно было делать честно. Едут, и вот они возмущаются, и вот ругают правительство наше, и осуждают всех чиновников, и приводят примеры своей жизни, как вот они хотели там вот это делать, вот это, как им палки в колеса ставят, что в законе одно написано, они по-другому поступают, все. И тут мы едем, и тут реверсивная дорога, и красный свет видно, и такая длинная пробка. Они вообще ни секунды не переживая абсолютно, по встречке до этого светофора и притулились, значит, впереди первой машины. Я говорю, братья, у вас никакого диссонанса вообще в голове не происходит, ничего там, не сталкиваются две мысли между собой. Вы только что говорили о том, что в России все плохо, потому что никто правила не выполняет, потому что никто не по закону живет, и вы сами нарушаете правила. А они, знаете, такие абсолютно искренне меня посмотрели, говорят, так мы же на молодежно едем. Я говорю, ну конечно, вот эти люди, они вообще неизвестно куда едут, да? Они просто вот, просто ездят, просто туда-сюда, да, вот эти. Мы-то молодежь, у нас-то молодежная, поэтому мы не можем
по правилам жить. А они-то, они же просто не пойми кто. Друзья, мы-то смеемся, и я этот пример привожу с осуждением. Ну, я абсолютно такой же, точно самый человек, абсолютно. И вы такие же. У нас у всех это живет. И поэтому, друзья, когда мы говорим о поклонении Богу, то поклонение Богу подразумевает послушание Его воле. Именно послушание. Именно повиновение. То есть, смотрите, получается мысль какая? Вот мы хотим, чтобы быть поклонниками Бога. Мы хотим поклоняться Богу. Мы хотим быть в числе того человека или тех людей, которых Бог нашел в качестве поклонников. Вот Он хочет этого. И мы хотим этого. Для этого мы должны запереживать вот о чем. Чтобы этого касались все сферы нашей жизни. Не только само служение, собрание, и там дома собрание, но и вообще и наша одежда, и наша работа, и наше отношение к финансам, наше отношение к людям, во всех вопросах. Вот в любых вопросах мы должны как бы позиционировать себя как поклоняющиеся Богу. В любом деле мы в первую очередь поклонники Богу, а потом уже, основываясь вот на этой позиции, мы решаем все остальные вопросы. И вот для того, чтобы это было, мы должны признать Божье владычество в каждой сфере нашей жизни. Второе, мы должны, признав Божье владычество, мы должны узнать Его волю. И на это надо потратить время, на это надо потратить силы. Это должна быть определенная часть нашей жизни, когда мы действительно изучаем и пытаемся понять, как же Бог хочет, чтобы мы относились к этому. Не как я хочу, не как хочет моя жена, не как хочет, может быть, мой друг или там еще кто-нибудь. Как Бог хочет, чтобы я в этом вопросе поклонялся Богу. И когда мы это узнаем, или когда мы хотя бы часть этого узнаем, то последнее, это должно быть именно послушание. То есть не просто некое знание, не просто некое понимание, но и послушание тому пониманию, которое мы имеем. Я, друзья, скажу, что это на самом деле очень сложно. Вообще есть такое слово в православии, его используют, в католицизме, в православии, это слово аскетика. Аскетика. Вот. Но с течением столетий это слово обрело некоторые отрицательные коннотации, и поэтому мы немножко отрицательно относимся вот к аскетизму, потому что под аскетизмом подразумевается, когда люди, например, изводят себя там какими-то тяжелыми, может быть, духовными упражнениями, там постятся по несколько дней в неделю, когда, может быть, они ущемляются в каких-то вещах. В католицизме вообще это дошли до крайности, у них есть такое понятие, как вериги, например, да, может быть, слышали. Такая внутренняя одежда, когда какая-то, ну, как бы, такая исподняя одежда, но которая очень, из очень жесткой ткани делается, или еще хуже, она там какие-то крючки на нее вешаются или какие-то утяжеления, чтобы человек, надевая ее под себя, вот под рубашку, он еще и мучился, например, да, она дерет кожу, например, ты кровотечение открывается, или еще что-нибудь. Ну, такие вещи. Это для чего? Для усмирения своей плоти. И вот, ну, на Западе, вот на католицизме это больше развито, в православии меньше, вот это аскетические такие вот практики, они вот присутствуют, да, вот. И есть даже такие монашеские целые направления, когда человек доводится до таких степеней аскетизма, что он там нетварный божественный свет начинает видеть и все остальное. Вот поэтому мы, в принципе, к аскетике относимся так, достаточно отрицательно и с переживанием, когда вдруг видим, что кто-то начинает так себя вести. А вообще изначально слово аскетика, что оно означает? Оно, как бы, вот это слово, оно очень сильно сопряжено со словом постоянство. Вот постоянство. Вот смотрите, то есть, например, я хочу, допустим, читать Библию каждый день, по 15 минут, вот наша программа. И какое-то время мне это не трудно делать. То есть я читаю Библию 15 минут, сегодня 15, завтра, послезавтра 15 минут читаю Библию. Какое-то время мне это не трудно делать. Но в какой-то момент времени приходит день, когда это почти невозможно сделать. Потому что я вдруг проспал, мне надо бежать на работу. Я на работе целый день был очень сильно занят, вечером пришел у меня собрание, одно, второе, потом беседы. И я не могу. Так вот, вот в этот момент времени включается аскетика. То есть аскетика – это ты делаешь в любом случае, несмотря ни на что. Даже если ты помираешь. То есть даже если невозможно, то ты все равно это делаешь. Вот это называется аскетика. То есть ты до этого 20 дней читал Библию там каждый день. Это не считается. Считается тот день, когда ты невозможно было почитать, но ты нашел возможность почитать. Понятно мысль, да, друзья? Вот, то же самое, например, я хочу быть человеком вежливым. Я не хочу ни с кем ругаться. И 2 месяца... ни с кем не ругаюсь. Потому что не было повода ругаться с кем, понимаете? Потому что я жил где-нибудь один, например, да? Или, ну, потому что не встречались со мной люди, которые там меня сильно доводили. И вдруг в один из дней, там, через 2 месяца, вдруг происходит ситуация, которая вынуждает меня с этим человеком поругаться. И я не делаю это. То есть я наступаю на свою плоть, и я не делаю этого. Друзья, вот аскетика называется именно вот этот день. Вот эти 2 месяца не считаются, потому что это было несложно. А вот этот день, когда ты действительно пришло испытание в твоем вопросе, действительно вот тогда происходит вот аскетика. И вот в этом плане это слово, оно и в Библии используется, это
ну, как бы постоянство или упражнение в добром деле. Вот это слово, оно очень поощряется Богом. То же самое, друзья, когда мы говорим, например, о вопросах финансов, мы сейчас, например, решили, что надо быть честным в вопросах финансов. Допустим, вы решили поклоняться Богу в вопросах финансов. Решили это делать. Все, вы исследовали, и один из моментов исследования будет то, что надо быть честным в вопросах финансов. Или в вопросах отношений с тем же государством. И у вас это будет получаться легко до определенного момента, когда вдруг ваша честность поставит под угрозу вашу прибыль. Если вы поступите честно, вы резко уменьшите свою прибыль или потеряете контакт. И вот тогда, друзья, проявится, насколько вы верны этому слову. Именно тогда. Или, например, посещение собраний. Там, или, например, отношение к церкви. Или еще чего-нибудь. Да, какое-то время можно выполнять то, что вы понимаете, и это будет нетрудно. Но в какой-то момент времени вы сами себе скажете, что ну по-другому просто невозможно. Обязательно я не могу поступить так, как Бог хочет. Но именно вот правильно поступить так, как Бог хочет, даже в этот момент времени. Друзья, итак, мы... Сейчас я уже ближе к концу иду, уже почти час. Час, ух, ничего себе. Вот вы терпеливые. Друзья, итак, смотрите. Поклонение Богу – это образ жизни, утверждающий владычество Бога и ориентированный на познание Его воли и послушание Его слова. И эта тема такая, она обширная, и я как бы кусочками затрагиваю очень много других вещей, но я думаю, что вы смысл-то поняли. И вот в каждом вопросе это действительно большой труд, это действительно большое дело, чтобы мы свою жизнь созидали, основываясь на твердом основании познания воли Божией, поклонения воли Божией. И я пропустил один момент. Написано «ориентированный», и мы там помним, на прославление Бога. На прославление Бога. Друзья, если мы действительно будем признавать Божье владычество в нашей жизни, если мы будем тратить время и усилия на то, чтобы познать, как же Бог желает, чтобы мы поклонялись Ему в этом вопросе, если мы не будем говорить, что мы исключение, а будем в любых обстоятельствах изо всех сил стараться следовать тому, что мы познали, то вот этот образ жизни, он будет направлять нас в прославление Бога, друзья. И через нашу жизнь, через нашу церковь, через наши семьи, друзья, Бог будет прославляться. Это очень важное понимание, потому что для чего вообще мы созданы? Написано, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. То есть наша с вами задача или наша с вами цель жизни – это прославлять Бога. Чтобы люди видели нас и прославляли Бога. Написано, видя ваши добрые дела, прославляться Отца Небесного. И это наша задача. Я в одной книге прочитал такую интересную мысль. Она мне, эта мысль, как бы очень сильно коснулась. Он говорит, представьте себе, что вот в вашей церкви, в вашем городе вдруг исчез дом молитвы. И исчезли все верующие. Ну вот я представил себе, вот мы живем в Ейске, но поселок Шарачанка. Это один из районов города. У нас там дом молитвы стоит, соседи вокруг, и у нас там 104 члена церкви. Вот. И вот мы ходим в собрание. И вдруг в один момент все исчезло. Все. Все разъехались. Ну не то, что вознесение было, нет. А все разъехались. Дом молитвы, не знаю, там, забрали власти, например, там, или просто разрушилось, там, землетрясение случилось. И все. И верующих не осталось ни одного. Ни одного верующего не осталось. И вот там автор пишет такой вопрос. Скажите, вот окружающие люди, как отреагируют на исчезновение церкви? Первый вариант. Обрадуются этому. Слава Богу, наконец-то, да, вот это шумящие, дудящие, кричащие, ездящие люди исчезли, и нам легче станет жить. Может такое быть, друзья, или нет? Может. Я всегда говорю, что у соседей домов молитвы, у них отдельный вход в рай. Потому что они столько терпения, столько у них вообще там просто смирения, что им вообще там без, ну, просто отдельный вход. Друзья, ну на самом деле, согласитесь, то есть автор пишет, вот ответьте на вопрос, если вдруг церковь исчезнет в вашей местности, первое, соседи обрадуются этому? Первое. Второй вариант. Какой второй вариант? Нет, не заметит этого. Не заметит. Ну, были, не были, то есть, кто их знает, да, там, и, может, их и не было, а может, они были, ну, какие-то ходили люди странные там, потом исчезли, ну, в принципе, ни горячо, ни холодно. И третье, огорчаться от того, что вы исчезли. Друзья, вот ответьте, давайте, это не в формате церкви, а в формате вот личной жизни. Вот вы вдруг переехали в другой город, вот ваши соседи, с кем вы живете, ваши соработники обрадуются, им будет все равно или огорчаться. И вот там такая мысль интересная, что если человек направленный, вот он живет направленностью на славу Божию, прославить Бога, по-настоящему, то люди обязательно это заметят. Они обязательно заметят, что нет тех, кто за них молится, нет тех, которые скажут им доброе слово, нет тех, которых поддержат их. Вот исчезли те, которые были всегда открытые, светлые, такие добрые.
Вот, друзья, вот наше направление на славу, наше направление на прославление Бога. И если мы этого не делаем, если мы не живем как образ жизни, как поклонение Богу, то тогда мы не сможем Бога прославлять. Потому что у нас иногда с вами такое понятие, что прославлять Бога, ну это просто говорить слово «слава Богу». Вот говорить слово «слава Богу». У нас вот один брат был в Толете, он такой очень хороший, ну, благовестник, такой хороший. Он всегда, у него куча газет тогда еще не было, у него всегда были какие-то книжки с собой, какие-то трактаты с собой на разных языках. И у него был один недостаток. Он всегда говорил «слава Богу». Почему я говорю «недостаток»? Потому что это стало привычкой. «Слава Богу, слава Богу», всегда. И вот я помню, мы с ним ехали на машине и подъехали к одной заправке. И он выходит, и там, а перед нами, вот, знаете, вот, ну, заправка, перед нами мужчина стоит и заправляет машину. И он к нему выходит и говорит: «Хочу вам Евангелие подарить». А он говорит: «А я татарин». А он говорит: «А есть Евангелие татарское». Почему? Убежал в машину, приносит Евангелие татарское. Отдает ему. Говорит: «А вы что, татарин?» Он говорит: «Нет, слава Богу, нет». То есть нам пришлось не заправляться эта машина. Улететь. Потому что, слава Богу, я не татарин, но звучит так, знаете, в смысле. Вот. Мысль какая? Что вот нам кажется, что прославлять Бога, это просто говорить слава Богу. Говорить слава Богу. И вот теперь я хочу перейти к самому концу и две мысли в конце осветить. Они немножко сложные для самого меня, именно в качестве изложения. Но сосредоточьтесь, уже поздно, уже время много прошло, уже больше часа я говорю. Но попытайтесь вот эти мысли понять. Итак, что же такое прославлять Бога? Вот давайте немножко заострим внимание. Вот направлен на прославление Божие. А что такое прославлять Бога? Вот как это понять, прославлять Бога? Вот у вас есть какое-то понимание прославлять Бога? Делать его известным. Очень хорошая мысль. Делать его известным. Ну, Николай Степанович рассказал такой пример, когда их молодежь, ну, это давно еще, 20 назад было, они ехали в поезде, и одна бабушка, у нее досталось верхнее место. Этот пример мы слышали, да? И она говорит: молодежь, уступите мне нижнее место. А они говорят: нет, мы купили, и все, наше место. Вот. И Николай Степанович потом собирает и говорит: вот давайте мы сейчас будем сутки ехать, никто даже не заикайте, что вы верующие. Чтобы никто даже не догадался, что вы верующие. Все, едьте просто как обычная молодежь. Потому что если вы вместо бабушки не уступили, то лучше бы они не знали, что вы верующие. Я думаю, что это понятность, да? Вот. Иногда тоже хочется, чтобы никто не знал, что мы верующие, потому что иногда такие поступки. Ну хорошо, сама мысль все равно правильная, что делать его известно. Это хорошая, правильная мысль. Да, это хорошо. Еще есть какие-то мысли, что здесь прославлять Бога? Кто может вспомнить какие-то тексты по этому поводу? Делать добрые дела. Чтобы люди, видя добрые дела... Да, прославили Бога. Хорошая тоже мысль, да. Прославляйте Бога в сердцах ваших, да? И в душах ваших. Очень интересно. Вот как я могу Бога в сердцах и в душах прославлять? В телах. А, в телах и в душах. Да, в телах и в душах. Ну да, да, правильно. Но все равно там, ну, внутренне. То есть в телах и в душах. В телах еще более-менее понятно, в душах не так понятно. Еще есть какие-то варианты, какие-то мысли? Помните, написано: тем прославится Отец во небесный, да? Если вы принесете много плода. Так вот вопрос, а какой плод имеется в виду там? И вот здесь нужно понимать, что под плодом не имеется в виду какие-то внешние проявления. Например, мы построили там 10 домов молитвы. Там мы, допустим, там, не знаю, провели 25 благовестий. Там мы, например, я не знаю, там пожертвовали 150 тысяч рублей там, в детский дом. Это все здорово и хорошо, это правильно, но под плодами там имеется в виду что? Что мы, плод же Духа есть любовь, помните, праведность, мир. То есть, когда в нашей сущности, в нашей, как бы сказать, сердце, в нашей душе зреет то, что отражает Бога, то, что похоже на Бога, вот таким образом мы его прославляем. Это то же самое, как вот, например, сын прославляет отца. Чем сын прославляет отца? Тем, что он, например, ну, как бы сказать, продолжает его дело, например, или... Когда он не позорит его имени там. Ну, понятно мысль, да? То есть он похож в какой-то мере на него. То есть мы говорим: слушай, вот, например, видим какого-нибудь мальчика, например, там, 15-летнего подростка, а у него отец служит, говорит: слушай, вот ты вот такой, как отец. Такой же добрый, такой же отзывчивый, такой же жертвенный. Я вот помню, такой пример приведу. Друзья, еще 3 минуты послушайте, не сильно услали. Вот такой пример приведу. Когда я переехал в Краснодарский край, это было, ну, 16 лет назад, я первый раз попал в христианский лагерь молодежный. Я приехал, да, еще просто как, ну, как молодежь. Не как брат, там, не как руководитель, а как молодежь. И вот я хожу, там такая толпища, там 1000 людей ходит человек. А я приехал без всего. Я же не знал, что там за условия. Мне просто взяли с собой. И я приехал без всего. У меня ни палатки, ни одеяла, ничего нет. И вдруг иду, и вдруг мимо меня пробегает один парнишка такой, ну, то чуть постарше меня. Или чуть помладше меня, точнее. Мне было 23 года,
и 25, я тогда еще не женатый был, приехал тогда в лагерь. Вот. А он пробегает мимо меня, ему лет, наверное, 20, такой, оп, остановился такой, а там, я говорю, тысячи людей. Он смотрел на меня, смотрит, ты кто? Я говорю, Денис. А, ты откуда приехал? Я говорю, с Тольятти. А, слушай, а у тебя есть там палатка еще? Я говорю, нет. Все, ну, убежал он. Убежал, через какое-то время меня находит, говорит, вот тебе палатка, вот тебе вот это, вот тебе, все, все мне дал. А я же программист. Мне Матвей, мой сын, говорит, папа, я забил 3 гвоздя. Я говорю, на 3 гвоздя больше, чем я за всю свою жизнь забил. Вот. То есть я, мне даже палатку дает. Он смотрит на меня, видит, что я растерялся. Говорит, сейчас пойдем поставим. Все, пошел, поставил, все. Такой, знаете, и он такой любезный, такой вот, просто, я не знаю, он как вот елей вот такой вот брат. Молодой, моложе меня тогда. Такой. Как вы думаете, кто это был? Вот вы догадались, кто это был, нет? Женя Чмых это был, понимаете? И я говорю, как тебя зовут? Он говорит, Женя, а фамилию Чмых. Я говорю, вот точно как отец. Вот у меня отец такой, с его папой разговариваешь по телефону, там елей текет, понимаете? Чуть-чуть вытереть можно, потому что там он мне сначала благословит всю твою семью, там всех твоих детей благословит, потом пожелайте добра, а потом скажет, что ради чего он звонил, там очень долго. И вот у него Женя такой же сын. То есть он похож на отца. Так вот, друзья, тем прославится отец, что вы, как бы сказать, плодите много плода. А плод – это не просто какие-то дела какие-то, оторванные от нашего естества, а это именно наша сущность, когда вот мы на него похожи, когда мы действительно обретаем его качество, обретаем его характер, обретаем его ценности. Вот тогда мы Бога прославляем. И вот теперь последняя мысль, друзья, почему это важно. Когда книга Откровения написана, это Иоанн Богослов, он когда описывает будущее, он говорит такую фразу: храма я там не видел. Помните, да? А почему он там храма не видел? Потому что Бог, ну Христос храм, да? То есть вот как раз та же мысль, что вот если сейчас, друзья, если сейчас мы на земле находимся в таких обстоятельствах, что находясь в присутствии Божьем, мы можем через какое-то время быть вне присутствия Божия. Вот давайте представим ситуацию, что кто-то из нас здесь, вот, например, курит. Кто-то из нас, вот, я не знаю, может быть, здесь неверующий человек есть, и он курит. И вот он сидит на собрании, вот сейчас, и ему на собрании нравится. Ну, допустим, ему нравится там проповеди, там нравится пение, там дети как участвуют. Он сидит, ему нравится, хорошо. Но через какое-то время ему надо будет покурить. Но в нашем обществе курить не принято, и он будет стесняться, согласитесь, да? Что он сделает в этом случае? Он выйдет за пределы, туда вот за забор, там покурит и вернется. Пожует жвачку, чтобы не было слышно запаха, вернется, и все будет хорошо. А теперь, то есть, как бы, а теперь представьте, что он попал в рай, этот человек. Ну, хоть в раю. А выходить некуда. Вот ему в раю будет хорошо 3 часа. Он будет счастлив 3 часа. А через 3 часа у него будет потребность совершить, ну, вот этот акт. А выйти некуда. Не, можно выйти, но там в ад. Туда можно выйти, да? Вот. Друзья, вот в этом проблема. То есть почему важно поклонение? Вот написано, Бог ищет себе поклонников. Почему это важно? Вот пока мы на земле, почему правильно перестроить свое мышление, свою жизнь таким образом, чтобы поклонение Богу, это был образ нашей жизни? Потому что, друзья, мы здесь, я на земле, готовимся к вечности. Ведь в вечности мы же тоже будем Богу поклоняться всю нашу жизнь. Всю вечность. Если мы здесь не готовы поклоняться Богу, то и в вечности мы не будем готовы поклоняться Богу. Если нам здесь не доставляет удовольствия познавать Его волю, то и там нам этого не будет радости. То есть вечность, это что такое вечность? Это продолжение нашего времени. Мы не должны думать, что сейчас я вот здесь терплю, да, вот, ну, буду ходить на собрание, читать Библию, мне это просто не нравится. Мне не нравятся эти правила церкви, мне не нравится молитва, но я буду это делать, потому что меня Бог иначе в рай не пустит, а вот когда меня в рай будет, вот там я что-то рвусь. Друзья, ну там же будет то же самое, что это, только в большей степени. Если ты сейчас не любишь Божье Слово, то, а там кроме Божьего Слова вообще ничего нет. Если сейчас не твой образ жизни не поклоняется Богу, а там вся вечность это поклонение Богу, то есть ты не войдешь в резонанс, что ли, ты не сможешь просто существовать в этой вечности. Поэтому, друзья, очень важно, чтобы нам действительно подумать о том, чтобы нам поклоняться Богу. Ну и главное, конечно, ну и то, что главное, еще одна мысль, что именно поклонение Богу дает хорошие результаты. Это как, Бог же не просто так какие-то правила устанавливает, не просто так Он какую-то волю свою в Священном Писании излагает. Она же именно является благом для нас. Почему у нас в семьях иногда бывают проблемы между женами, мужьями, с детьми или в церкви? Почему? Да потому что кто-то не поклоняется Богу. Если бы мы все поклонялись Богу, то все было бы хорошо. Поэтому, друзья, простите, что очень долго, вот. Но для меня самого этим очень важно. Итак, Бог ищет поклонников. Мне бы очень хотелось, чтобы мы все были те, кого Бог нашел,
Он ищет не только тех, кто там верит в него, не только тех, кто учит в него, но тех, кто еще и поклоняется ему, и поклоняется образ жизни, утверждающий владычество Бога, ориентированный на прославление Бога, на познание Его воли и на послушание Его слова. На этом все. Если есть какие-то вопросы, задайте. Если нет, то мы, наверное, помолимся. Закончим. Наконец-то. Все, друзья, тогда помолимся.